Внимание! В эфире ГТРК «Янтарь», Калининградский тарный комбинат и продюсерская компания «Балтистан» представляют трансляцию 6-го международного фестиваля молодежной музыки «Калининград Инрок 99». В фестивале приняли участие музыканты из Калининграда и Калининградской области, Германии, Литвы, Белоруссии, Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы – продюсерская компания «Балтистан», ГТРК «Янтарь», Молодежная лига, Детская творческая лаборатория, ССМ и Калининградская лига инициативной молодежи. Фестиваль проходил под патронажем мэра города Калининграда Юрия Савенко и командующего Балтийским флотом адмирала Егорова. Спонсоры – российское движение политического центризма, фирма «Балтик Оптик», торговая марка «Три медведя» и «Лимонад» от «Авиацентра». Официальный напиток фестиваля «Кока-кола», связь ККЦ, «Билайн», «Кипер Интернешнл», информационная поддержка, газеты «Антенна», «Комсомольская правда», «Техноэкспресс», музыкальная газета «ФУС», «Балтийская волна» и «Невский телеканал». Генеральный спонсор фестиваля – торговая марка «Электролюкс». Виверонки, братья и сестры, я поздравляю вас с тем, что наш фестиваль, тем не менее, состоялся. Я благодарю с этой сцены мэрию города и лично мэра за поддержку нашего фестиваля. Я не слышу вас, Калининград! Я благодарю торговую марку «Электролюкс» за то, что они взяли на себя все основные расходы по проведению фестиваля. Я благодарю дважды краснознаменный Балтийский флот, благодаря которому электропитанием обеспечена вся эта аппаратура. Я не слышу вас, Калининград! Эти организации постарались, чтобы вам было и где отдохнуть, и как. И чтобы в нашем городе была и развивалась замечательная музыка. И мы с каждым годом видим, что ее становится все больше и больше. И она становится все лучше и лучше. Я не слышу вас, Калининград! Рад видеть, что в отличие от некоторых других моментов, ваши лица в основном трезвы, потому что официальный напиток сегодняшнего фестиваля – Кока-кола! Я не слышу вас, Калининград! Если бы свет, видимость глаз определяется зрением. Смотри на них, что они с тобой сделали. Хочешь узнать, поделись своим умением говорить. С ними нужно осторожно. Ты недостойный святого внимания. Иди сейчас, но потом будет поздно. И не ведись, ведь убеждать их призвание. О! А сейчас мы начинаем вечернюю часть нашей сегодняшней программы. Программы первого дня. И как вы уже догадались, судя по настройке, начало будет не самым ординарным, потому что у нас в гостях группа из Санкт-Петербурга. Дай пистолет! Воу-воу-воу! Это была калининградская группа «Бум». Ну что, на сегодня всем пора спать. Значит, мы сейчас спокойно разойдемся по домам. Советую толкучку у гардеробов не создавать. Свои пальто можете оставить прямо здесь. Они вас до завтра дождутся. We will rock you, Калининград! Спокойной ночи! Ждем вас завтра в полдень здесь же. И да поможет нам Бог!